Коротенький обзор пылесос Deltalux DL0836. Купил его вместо моющего пылесоса. Был до этого Zelmer 919, по-моему, моющий с аквафильтром. Но тот, конечно, был в разы получше. Итак, этот пылесос у нас контейнерного типа с циклоном. Неплохой, но, как сказала продавщица, российского производства, а в бумажках написано, что Китай. Правда, Китай, там написано, произведено под контролем немецкой какой-то компании Longyear, город Кёльн, Германия, но изготовитель, страна производства — Китай. В целом неплохой пылесос за свои деньги. Отзывы разные, уже смотрел в интернете, есть много хороших отзывов, много нехороших отзывов, но выбор небольшой был пылесосов. Хотел именно контейнерного типа циклон, и чтобы был понятен и легок для родителей. И хорошая мощность. Действительно проверил мощность. Ну, 2600 ватт потребляемая мощность и 460 ватт всасывающая мощность. По комплектации минимум информации, такая маленькая инструкция. Ну, в принципе, все, что нужно, есть. Потом две такие щеточки. Пластик, ну, неплохой пластик, не будем акцентировать внимание на них, ими мало кто пользуется. Щетка пол-ковер, она в принципе единственная, но неплохая, пластик такой неплохой, качественный. Металлическая труба, она, кстати, не очень длинная, ну, в пределах разумных. И такая пластиковая шланга. Ну, качество пластика неплохая, тоже в целом неплохая. Теперь пылесос. Пылесос имеет двойную фильтрацию. Сзади такой фильтр стоит. Контейнер отсоединяется очень легко, быстро. Здесь находится еще один фильтр, он двойной. Такой поролонного типа он снимается, его же и надо чистить, именно этот. Продавцы уверяли, что мыть этот нельзя. Я в инструкции прочитал, что и этот можно мыть аккуратненько. Ставится на место легко. Чтобы вытрусить мусор, тут есть такая кнопочка. Нажимаешь, открывается, вытрушивается. Мыть тоже, в принципе, удобно. Больше ничего не открывается, только это отсоединяется. Тоже вполне себе легко. До щелчка. Здесь до щелчка. Как я уже и сказал, мощность всасывания очень хорошая. Единственный минус, конечно, коротковатый кабель. 4,5 метра для меня это очень мало. Мощность регулируется. Мощность всасывания очень хорошая. Я проверил уже. В принципе, неплохой пылесос за свои деньги. Ну, бывает и получше. Не знаю, попробуем сейчас быстренько собрать. Стоит ли показывать, как он пылесосит. Там и так понятно все, я думаю. В принципе, можно показать быстренько. Как я уже сказал, для моего роста он не сильно большой.
Это минимальная мощность. Мощность регулируется, добавляем. На минимальной мощности. Это минимальная. На максимальной. Ну, в принципе, на минимальной мощности уже что-то залетает. Попробую показать, что происходит в контейнере, но я не знаю, будет ли видно хорошо. Ну, коротенько. Ну вот я его только что включал, заметил, что верхняя часть крышки, ну, сейчас немного просветление идет, но затуманилась, видимо, влажность в помещении большая, поэтому все такая влажность там в этом внутри появляется в процессе. Ну и сейчас мы попробуем снять контейнер, посмотреть, что там появилось. Для этого не обязательно снимать шламу, просто легким движением достаем контейнер, смотрим, а там полно, в принципе, грязи. Чтобы открыть, тут есть кнопочка, и эта крышка нижняя, получается, у нас снимается. И он весь в пыли, это, наверное, все-таки пыль, а не влага. Это, получается, у нас пыль. Его... В принципе, помыть. Нажимаем кнопочку, и вся грязь выпадает. Все остальное потом надо будет вымывать. Потом на место, и можно пользоваться. Да, еще забыл сказать, есть индикатор заполнения, как эта кнопочка загорится. Его обязательно нужно будет почистить. На этом, наверное, все. В целом, пылесос довольно-таки неплохой. Он небольшой, если где-то хранить в таком положении, можно оставить щетку.